2770 популярных видеороликов на моем канале на утро 19 сентября 2024 года. И эту информацию предоставил сам YouTube, что является весьма даже замечательным, потому что определить количество популярных видеороликов на моем канале практически невозможно, просто потому что самих видеороликов много. Неделю назад мой канал прошел рубеж 69 тысяч опубликованных видеороликов. Ну, как среди этой массы определишь, какие из них популярны, какие нет? Да никак. Но дело в том, что сейчас это и не нужно делать, потому что на YouTube существует агрегатор, который обрабатывает данные и выдает уже готовую информацию о количестве популярных видеороликов. Тем самым избавляет ненужных хлопот. И, конечно же, спасибо YouTube за то, что у него существует такой агрегатор.